На этой неделе стартовали живые продажи обновленного китайского кроссовера ROYF RX5 Plus. Ранее уже были опубликованы цены на данную модель, которые варьируются от 103 до 139 тысяч юаней, от 1 миллиона 170 тысяч рублей до 1 миллиона 590 тысяч рублей. Хотя оформить предзаказ можно было только самых дорогих вариантов паркетника. По функционалу и стоимости этот китайский кросс можно назвать прямым конкурентом Hyundai Creta. Однако он имеет несколько больше, чем кореец, размеры. Если вы считаете ROYF RX5 Plus привлекательной Hyundai Creta, поставьте лайк. Детище китайского автопрома с завода комплектуется только одним безальтернативным силовым агрегатом с рабочим объемом 1,5 литра и турбонаддувом. Данная пара способна выдавать около 180 лошадиных сил и 285 ньютон-метров крутящего момента. Все это передается на передний привод колес через 7-ступенчатую автоматическую КПП с двойным сцеплением мокрого типа. Среди основного технологического оснащения кроссовера можно отметить комплекс усовершенствованной системы помощи при вождении ADAC. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение, предупреждение о фронтальном столкновении и о выезде с полосы движения, интеллектуальное поддержание скорости и многое другое. Кроме того, в базовое оснащение китайского паркетника входит система автоматического переключения режимов работы освещения. Также в салоне расположен большой сенсорный дисплей мультимедиа в стиле планшета на 14 дюймов. А вот приборная панель здесь стандартная, аналоговая. Через экран можно управлять большим количеством различных настроек автомобиля, включая климат-контроль. Также в автомобиле присутствуют сквозные выходы для кондиционирования воздуха. При покупке специальной версии автомобиль дополнительно получает голосовой пакет и ряд других уникальных сервисов. Внешне дизайн автомобиля выполнен в привычном для китайских автомобилей стиле. Здесь выделяется большая радиаторная решетка, плавные линии и контрастные цвета на кузове в виде желтых полос. В длину 4 метра 57 сантиметров, ширину 1 метр 85 сантиметров, высоту 1 метр 72 сантиметра. Колесная база кроссовера 2 метра 71 сантиметр. Как вам ROYF RX5 Plus? Смог ли бы он конкурировать с Hyundai Creta на российском рынке? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео о безбашенном микроавтобусе из Китая. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!